когда встречаются два взрослых самца-жирафа, их общение часто доходит до ритуального поединка, цель которого – сбить соперника на землю ударами головой по шее. В известные периоды драки самцов еще агрессивнее. Битва может закончиться тем, что один из жирафов пострадает физически, да еще и с потерей сознания. Замечено, что жирафы не применяют друг против друга свои очень опасные удары передними копытами, которые они обычно наносят, защищаясь